две точки, точка А и точка Б, нарисовать множество таких точек М, что треугольник АМВ равнобедренный. Повторяю, на плоскости нарисованы две точки. Требуется найти множество таких точек М, что треугольник АМВ равнобедренный. Нарисовать все точки, для которых треугольник АМВ является равнобедренным. Проводим линию АВ и ставим центр перпендикуляр. Рисуем серединный перпендикуляр к отрезку АВ. Так, на самом деле, действительно, любая точка на этом перпендикуляре, впрочем, кроме одной. Пожалуйста, скажите, выкройте точку, кружочек такой нарисуйте. Вот эту точку прям нельзя. Отлично. Кроме середины отрезка АВ, еще. А, еще вы не решили. Задача решена неверно. Да? Понятно. Что понятно? Мне ничего не понятно. То есть вы нашли еще 4 точки. Спасибо, но этого мало. Садитесь еще. Когда вас просят найти множество точек, то надо не просто нарисовать 1, 2, 4 или даже 4 точки прямой. Надо нарисовать все. Найти множество всех точек, для которых треугольник А и Б равнобедренный. Если есть, то нарисовать диаметр которой будет АВ, то все точки на этой окружности тут. Вершины равнобедренного треугольника. Да. Ответ неверен. Это можно неверно. Хорошо. Нет, соединить это имеется в виду, что когда возьмешь любую точку здесь, то треугольник будет равнобедренный. Да. Просто неверно. Вы поняли задачу. Требуется найти все места для точки М, для такой точки, что треугольник А и В равнобедренный. Можно нарисовать окружность так, чтобы ее центр был А, и чтобы это было равенство. Так, ну у вас сейчас проблема, не вот сюда, у вас просто проблема с ростом. Давайте пусть точки А и В будут вот здесь. Это же все равно, правда? Серединный перпендикуляр, вот уже пусть он нарисован. А вы теперь рисуете уже проблем с ростом нет. Так, как вы читаете? Молодец. Кроме точки, да, которая лежит на прямой В. Так покажите, выглядите ее. Женщина, как? Слышишь, что ее там нет. Там, знаешь, что крестик. Да. Иногда вот так делают. В общем, как-то показали, что именно вот эти точки тут. Хорошо, и разумеется, это тут. Дальше. Да. Сумели нарисовать, мы с вами сумели нарисовать множество. Смотрите, состоящее из чего? Состоящее из вот этой вертикальной прямой без одной точки. Из вот этой окружности без двух точек и из этой окружности тоже без двух точек.